Галиуллина Анна. Здравствуй, Анечка. Сколько тебе лет, расскажи. Говори, микрофончик говори. 6. 6 лет. А ты занимаешься в каком-нибудь коллективе? Да. А в каком, расскажи? В Айлите. В Айлите? Интересно, я, честно говоря, даже не слышала. Фабрика звезд. Ну, современники? Да. Что-то знакомое. Да. Вот это я уже слышала. Ты расскажи мне, ты давно уже поешь или нет? Нет. Нет? Ну, можно сказать, тебя с дебютом? Ты только... Вот, подсказывают там. Детки очень нервничают. Давайте поаплодируем. Они очень, я так думаю, страшно им выступать. Потому что, я думаю... Первое выступление, да, твое на сцене? Да. Ничего себе, давайте поддержим. Вот, ты вообще замечательно выступила. У тебя огромное будущее. Умничка, молодец. Так держать и не унывать. Веселее, хорошо? Давай, удачи тебе для тоже. Для первого выступления ты выступила прекрасно. Просто роскошно. Мы тебя поздравляем с дебютом. Желаем тебе успехов. Держи конфеты, диплом. Не расстраивайся и упорно занимайся. Хорошо? Продолжай ходить на вокал в свой коллектив. И приходи к нам в следующем году. Уже ты будешь опытная к следующему году. Хорошо? Хорошо. Все, мы тебя будем ждать. Спасибо огромное. Ну что ж, дорогие наставники, что-то вы зажимаете места в командах. Прям как-то уже подозрительно. Давайте посмотрим, что же будет дальше. Встретим следующего участника нашего талант-шоу.